Международный транспортный маршрут Европа-Китай – масштабный проект, охватывающий территории России, Казахстана и Китая. Его протяженность более 8 тысяч километров. Крупнейшие энергетические компании трех стран – «Газпром», «Казмунайгаз» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация – объединили усилия с целью формирования на маршруте газозаправочной инфраструктуры. В поддержку этого проекта в 2018 году организован самый протяженный автопробег техники, работающий на сжиженном природном газе – «Газ в моторы». В автопробеге приняли участие грузовые, легковые автомобили и автобусы, работающие на природном газе из России, Китая и Казахстана. Старт автопробега «Газ в моторы» дан 4 сентября в китайской провинции Цзянсу в городе Жудун с прямой трансляцией в Пекин. По территории Китая автоколонна преодолела 4640 километров, посетила 6 провинций. Заправку транспорта природным газом на территории Китайской Народной Республики обеспечила дочерняя компания КННК «Кунлун Энерджи». Сегодня Китай номер один в использовании природного газа в качестве моторного топлива. На метане работают более 5 миллионов автомобилей. Их обслуживают порядка 7,5 тысяч газозаправочных объектов. Казахстан – второй участок международного автопробега «Газ в моторы». Его протяженность составила 2553 километра. Автоколонна прошла 5 казахстанских областей. За окном автомобилей – бескрайние пейзажи степей. На точках остановки – радушный прием хозяев и национальный колорит. Так запомнился этот участок экипажем автопробега. Заправку сжиженным природным газом на территории Казахстана обеспечила компания «Газпром газомоторное топливо». Сегодня в республике действуют 15 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций АГНКС. На компримированном природном газе работают 2100 единиц техники, из которых 1170 автобусы. Третьим и финальным отрезком автопробега «Газ в моторы» стала Россия. По территории страны экипажи проехали 2668 километров. В день пересечения границы Казахстана и России у стелы Европа-Азия на реке Урал торжественно дан старт российскому участку автопробега, на котором заправку техники природным газом обеспечила компания «Газпром газомоторное топливо». В России маршрут движения пролегал через 8 регионов. Основная цель автопробега на российском участке – популяризация использования природного газа в качестве моторного топлива, а также определение локации строительства газозаправочной инфраструктуры. Так, 30 сентября в Новгородской области на новой скоростной автомобильной дороге М-11 Москва-Санкт-Петербург состоялась торжественная церемония начала строительства КРИО-АЗС «Газпром». Инфраструктура, создаваемая на этом участке, станет важнейшей частью маршрута Европа-Китай. «Газ в моторы» — самый протяженный в мире автопробег техники на сжиженном природном газе. За 30 дней колонна пересекла 3 государственные границы, проехала 19 регионов, преодолела 10 тысяч километров. Автопробег «Газ в моторы» доказал, что природный газ – самое экономичное, экологичное, эффективное и безопасное моторное топливо.